Всем привет, друзья! Меня зовут Кругликов Семен. И сегодня я вам расскажу об одном прекрасном упражнении, которое разовьет вашу максимальную силу, взрывную силу, поможет увеличить прыжок и скорость бега. Это одно из моих любимых упражнений для развития силовых и мощностных показателей. Присед со штангой на плечах на ящик с лентами сопротивления. Почему именно на ящик, спросите вы? Все дело в том, что когда мы приседаем на ящик, мы разделяем эксцентрическую и концентрическую фазу. И тем самым это позволяет лучше строить нашу максимальную и взрывную силу. Ленты позволяют нам корректировать сопротивление. Все же приседали в обычном стиле. Самая сложная позиция – это когда бедро параллельно полу или чуть выше. И чем выше мы поднимаемся, тем нам легче, и мы почти не прилагаем никаких усилий к штанге. Получается, наши мышцы работают только в нижней позиции. Но когда же мы начинаем приседать с лентами, мы проявляем усилия на протяжении всей амплитуды, вплоть до полного выпрямления. Сейчас я дошел до веса 100 кг на штанге, плюс 40 кг натяжения резин в верхней точке. В нижней точке они не дают ничего. Обязательно работайте только в силовой манере в этом движении. Ну, то есть на одно, на два или на три повторения, не более. Я же сегодня пройдусь до максимума, сколько у меня получится встать на одно повторение. Обязательно, когда проходитесь на максимум, используйте страховку или помощь партнера. 110 кг на штанге, получается 110 внизу, 150 сверху. Теперь ставлю на штангу 130 кг, будет в верхней точке 170, в нижней 130. Пробую 135 кг, чувствую, на сегодня это предел. Все-таки на этом весе я немного щетерил, начал раскачиваться на ящике, но вы такого не допускайте. Стоило только залезть под большие веса, и из головы сразу вылетела вся техника, настрой на то, чтобы абы как поднять вес. Но все-таки это неправильно. Превыше всего техника. Какой бы вес ни был на штанге, всегда соблюдаем технику, а потом уже ориентируемся на веса. В дополнительном подходе я все-таки поднял эти 135 кг без раскачки. Скажу я вам, это было очень жестко. Потому что когда ты приседаешь с простым весом, со свободным весом, да, без резины, ты понимаешь, что самая сложная позиция – это в нижней точке. Тебе стоит только потерпеть немного, сорвать, а дальше все будет просто. Но когда же ты приседаешь с резиной, мало того, что в нижней точке вес для меня около максимальный, да, можно сказать, почти максимальный, да, 135 кг, так еще и ты не можешь расслабиться на протяжении всей амплитуды. Тебе приходится прикладывать все больше и больше усилий, потому что напряжение возрастает. Всем советую вот такой присед с резиной, если вы хотите становиться сильнее, мощнее и увеличивать свой прыжок. С вами был Кругликов Семен. Любите то, что вы делаете, и тренируйтесь в удовольствие.